Vaporesso – одна из компаний, которые выделяются индивидуальностью выпускаемых устройств. Совсем недавно мы говорили про их дебютную Nalu RDA. Ребята не стоят на месте и продолжают пробовать себя в разработке дрипок. В этот раз мы расскажем о новинке с громким названием Transformer. Девайс презентован в минималистичном стиле. Ничего лишнего, все максимально компактно и практично. Но складывается впечатление, что производитель так гнался за этими качествами, что не счел нужным положить инструкцию, из-за чего новички могут запутаться среди десятка вариантов конфигурации дрипки. Начнем с корпусов. В комплекте поставки предусмотрены две юбки разного размера. Низкая с узким обдувом и высокая с чем-то средним между Mutation и Buddha Mini. Конструкция базы максимально универсальна. Дрипку можно использовать как со стойками формата Velocity, так и без них, закрепляя намотку в самой базе. Для установки стоек или спиралей в бесточном варианте нужно вставить их в слоты в деке и закрутить винты, расположенные по бокам. Для получения вкуса нужно снять стойки и использовать короткую юбку. Но если последовать рекомендациям производителя и собрать трансформер таким образом, то при первой же затяжке регулировка обдува начинает обжигать губы в прямом смысле этого слова. Проблема кроется в коротком дриптипе. Если вы хотите пускать огромные облака пара, то Vaporesso рекомендует сделать следующее. С помощью нескольких простых движений отверткой перестроить базу под формат Velocity и использовать ее с длинным корпусом, установив при этом квад-спирали. Но тут инженеры компании не продумали пару нюансов. Топ-кэп, идущий в комплекте, выполнен из стали, и несложно догадаться, что он ощутимо греется. Кроме того, обдув у этой юбки никак не регулируется, а это значит, что при использовании простых билдов пар будет холодным. Использовать свой дриптип с этим атомайзером нельзя. Вот вам и универсальность. Как и в случае с Nalu, пин выполнен из латуни и имеет скосы. При желании его можно заменить на пин для сквонкеров из комплекта, что не так часто встретишь у конкурентов. Безусловно, вариативность девайса и относительно богатая комплектация не могут не радовать. Но тем не менее, Vaporesso, на наш взгляд, не справились с поставленной задачей. Да, исполнение на уровне, никаких заусенец или грубой обработки металла. Но название Transformer абсолютно точно не для этого атомайзера. Мы благодарим Vape Tiger за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.